В театре «Самарская площадь» премьера. Спектакль-театр по мотивам романа английского писателя Сомерсета Моэма. В главной роли Наталья Носова. По словам художественного руководителя театра Евгения Дробышева, этот спектакль он поставил специально для нее. Признается, работать над постановкой было непросто. Когда начались репетиции, я понял, что мы вперлись в тяжелейший абсолютно процесс, потому что когда автор пишет пьесу, он предусматривает какие-то вещи, предусматривает, что вот там артистам надо переодеться, он им дает паузу, а тут никаких пауз, это проза. Автор об артистах не думал, он, наверное, и не думал, что это будут инсценировать. Спектакль-театр – это история великой актрисы из Англии, жены режиссера. Она влюбляется в молодого поклонника, который давно восторгался ее ролями. Вскружил ей голову, а потом променял на молодую начинающую актрису. Но героиня стойко справляется с ударом судьбы и своими чувствами. В день премьеры спектакля в фойе театра собрались ценители творчества Натальи Носовой. Один из них – инженер-конструктор завода «Прогресс» Александр Яхонтов, давний поклонник актрисы. Мы добрые знакомые уже несколько лет, как-никак. Да, давно уж, с 2017-2018 годов, постоянный зритель театра «Самарской площади». Очень интересная постановка, почти все постановки, спектакль «Театр Самарской площади». Вот так. Ну и интересный бенефис. Поддержать Наталью Носову в день ее бенефиса пришли коллеги по цеху. Почетные гости, представители городской администрации, гордумы и друзья актрисы. Ну, я очень волнуюсь вместе с Натальей Юриной, наверное, потому что я ее люблю. Она прекрасный человек. Она роскошная актриса. Она невероятный друг. И я вот сейчас тоже переживаю с ней, потому что такие минуты бывают раз в жизни. Репетиции спектакля начались еще весной. И вот уже в новом театральном сезоне он готов радовать самарских зрителей. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.